Ставропольском крае выходные прогнозируют потепление. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра. В субботу воздух прогреется до плюс 13, местами возможен небольшой дождь. В воскресенье столбики термометров достигнут отметки в плюс 16. Отметим, что в течение следующей недели дневные температуры воздуха в крае будут держаться на уровне 13 градусов. Как поумнел Железноводск, показали главам других городов Ставрополья. Напомним, в городе-курорте одним из первых в стране внедрили цифровые технологии, которые облегчают жизнь людям. Умные карты рассказывают, когда приедут автобусы, а умный киоск подскажет, как пройти до ближайшего кафе. Под цифровым контролем находятся даже мусорные баки. Кроме того, жители города смогут самостоятельно отслеживать работу муниципальных служб и пожаловаться на проблему, будь то неубранный снег или разбитая дорога. Проект реализуют краевые власти совместно с Росатомом. Полностью систему умного города внедрят в апреле этого года. В Пятигорске начали благоустраивать Эммануэлевский парк. Он один из старейших в городе-курорте. С момента основания в 1830 году ремонта парк так и не видел. За преображение достопримечательности проголосовали больше 30 тысяч местных жителей. Реконструкция проходит в рамках госпрограммы формирования современной городской среды. Отметим, что на проведение работ выделено более 80 миллионов рублей. В Ставрополе на всех транспортных предприятиях проводится тотальная обработка антисептиками. Ежедневно в городе дезинфекцию проходит около 1500 машин. Обеззараживающими средствами протираются поручни, дверные ручки, сиденья и стекла. Проведение каждой противовирусной уборки водители отмечают в специальных журналах. Сад Победы высадят в Кисловодске в память об ушедших на фронт жителей города. В течение нескольких недель будут высажены хвойные, лиственные, плодовые и цветущие деревья. К акции могут присоединиться все желающие посадить дерево в память о героическом прошлом своей семьи, своих дедах и прадедах.